В Устьнере ведем режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Там продолжается разлив фекальных вод. Напомним, станции напорной канализации, а их в поселке 48, еще весной были отключены от отопления за задолженность. Несмотря на то, что в конце сентября долг был оплачен, разрешения на подключение всех септиков до сих пор нет. Поэтому подключение станции к теплоснабжению идет крайне медленно. Не на руку восстановительным работам и понижение температуры. В связи с критической ситуацией с 26 октября на территории поселка Устьнера введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Из числа специалистов и депутатов создан оперативный штаб. Видите, мы сегодня заплыли вот этими фекальными водами. И жить сегодня в этом поселке больше невозможно. В таких условиях. Сегодня депутаты, собравшиеся в Устьнере, точнее вчера, приняли решение и взять руководство конкретно на себя. Мы постараемся справиться с этой ситуацией с помощью населения и выйти с этой ситуации.